До той степени, что последний было шесть дней назад. И то, что сейчас уже 12-14 октября. Угу. Ну ладно, все равно большая часть людей выбрала то, что не надо снимать строительство лаборатории, именно я сделал лабораторию. А то есть просто туда добавлю штуку, чтобы просто варить зелье. Забыл, как эта фигня называется. Зельеварочная стойка, по-моему, если я не ошибаюсь. Кстати, помните то, что я в прошедшем видео снимал, когда, что если страны будут людьми, и там была Белоруссия. Буйпаша. Картофан. Так что надо на всякий взять шерсти для создания новой кровати, если не хватит. И у нас есть небольшой урожай, так что давайте его собьем быстренько. Однако забавно их собирать, типа, просто вот так. Нажимаем. Забавно как-то. Мне он больше нравится. Понимаю, все облегчает. И у меня место закончилось. Хера ты! Какого хера ты у меня дома заспавнился, говно? Зато теперь у нас есть баша. Я ее там дома собрал на своей гэпке. И давайте посеем первую бульбашку. Расти. Расти. Окей, я хочу, чтобы химия в лаборатории была вот тут. Я буду, короче, химические действия проводиться. Не думаю, что это большой домик занят. Он будет, наверное, частично жилым домиком. Это вот это.
И что там еще? Хлеба соль. Давайте еще два соли. Вы, блядь, издеваетесь со мной, может? Да я вам хлеб дал, блядь. Окей, давайте покачаем его. Еще добавляем. А, не хватит. Ну ладно. Не, а хули? Тут смысл... Ну, давайте посмотрим. Типа, ставим еще хлеба. Вот, смотрите. Идем сюда. Идите. И давайте. Чё сейчас это было? Сначала я думал, что это срезанные зубы. Видите? Оду? Уж точно, лучше степлено. Так, то есть еще один мод. Дать жители из студии, чтобы как-то с помощью иммиграции увеличивать население людей. Точнее город. О, Кахтафан созывал. Кахтафан. Кто хочет есть давитую картошку? Подождите, а можно ее в компостницу? Ну ладно. Ладно, идей у меня больше нету, кроме того, что иммиграция, с помощью иммиграции увеличить население хотя бы на одного жителя. Идей у меня больше нету. Ну, с той плывучей поплыву сюда и предоставлю жителя. Как раз сейчас утро. Ребят. Чё? Еще одна деревня. Чего? Еще одна деревня? О май гад. Это где она? О май гад. Две деревни с тремя рядом. О май гад. Итак, военный корабль. Надо будет чекнуть. Денежки же выдохли, да? Тогда у тебя точно нет. Еще один. Ёшки, богатый будет землю. Давайте я еще посвечу. Дед! Нафиг землю. Шлем. Нафиг саженцы. Ёшки. И нафиг рыбы. Извини, рыбка. Не в этот раз. В этот раз где-то капитализм. Так, после того, как я поспал, давайте отправимся за обломками корабля. Потому что там должны быть что-то ценное. Если там будет карта складом, ну это уже слишком. Так, смотрим, что тут у нас и как туда попасть. Если что-то его, если честно, не вижу. Снизу как-то посмотреть. Ёшки, далеко. Собрал самое нужное и надо быстрее быть отсюда. Быстрее. Наверх, наверх. Как-то нелепо вышло. Начало новый житель, добро пожаловать в твой новый дом. Располагайся, устраивайся, короче. Будь тут священником, типа того, короче. Я с тобой буду работать на это. На то, что как сильно? Почему? Как сильно?
да, пробовал. Я не знаю, что с ним, так что я просто хочу сейчас поторговаться. На, еще. Ты прокачаешь сейчас, давай прокачивайся. Молодец. Что-то с тыквами стало интересно. Ну, это максимум. Хорошо. Да, ёшкин, так вот это плохо. Короче, знаете, что я хотел? Смотрите. Они привязаны к своему месту. Это я понял. Вот почему первые зрители просто хотели бегать. Так вот. Ты нафиг вы тогда мне сдались? Буду спать. Я зря что ли, Влад, весь этот путь проделал? Да не, я заспамлю еще одного жителя, только там, чтобы он был привязан к этому месту. Да. А что, зря такой долгий путь проделал? Ну, серьезно, на расстоянии 1.5 километра, он еще ощущает то, что он, типа, там и сможет как-то доплыть, да, не в ту сторону. Идеальный житель. Прям, и вот призываем вот тут. Потому что больше негде. Вот. Все. Молодец. Ты устроился на работу. Да, ты священник. Че? Махатстон. Наман, наман. Ну а так мне. Ой, я забыл это выкинуть. Ладно, потом как-нибудь удалиться. Так вот. Что я хочу сказать? Всем спасибо за просмотр, с вами был Мишалия, и у нас первый алмаз, и теперь у нас священник, короче, алхимик.